Я думал, ты такой сейчас, эй, всем привет, всем... Здорово. Здорово. Подожди, в команду добавиться надо, сейчас добегаемся, а то опять, давай, F5, все. Все, трясут. Вот теперь хорошо. Там учти, там что-то жестко, там пацаны сидят. Да, там это патруль, по-моему, шел, 5 человек или 4. Черный лог. В общем, Женя нашел МП-5. Я ни разу не находил, не стрелял, но это круто. Вон дом, смотри. Она была там, в осаде, вот где оградка стояла, вот там. Так что нормально. Сейчас проверим, даже интересно стало. Сегодня мы без Алекса. Сегодня мы будем бегать в дуо. То есть как бы вдвоем. Для тех, кто не шарит. Ну, пока так. Как Алекс появится, обязательно вернемся. Попробуем, да, как-то развеселиться. Попробуем повыживать. Размяться, развеселиться, да. Ай, нормально. Смотри, если... там сзади в деревьях сидели двое. Да? Да. Ты как разбежал, они сидели двое за деревьями, я сидел в кустах. И меня никто не трогал, да? Тебя никто не трогал, да. То есть ты не добежал до этих деревьев, но я там был, я видел. Так, по-моему, слева кто-то бежал. Чутка левее кто-то бежал слева. Слушай, надо пригнуться. Так, 10 минут респауна, надо будет тоже учитывать это. А это ты? Это я, да. Нет, звук. Я имею в виду, здесь со звуком беда, с позиционированием. То есть вот бежишь, когда... Если ты нажимаешь вправо или влево стрейф, то у тебя звук, как будто бы кто-то за тобой бежит. Вот это беда. Я заметил такую штуку, что звук такой, как будто бы кто-то бежит рядом, хотя ты вот сам бежишь. А вон лутают наверху. Да, вот, видишь. Вот что за патросы? 7,62. Это... О, пистолет лежит, да? Пистолет лежит, правильно. Что за тачка? Ренджак. Ранжа. Ренджак. Ржа-ренджа. Он ржавый. Слушай, что-то как-то сколько стрёмно. Их там было? На кого? Где? Ну сколько, ты говоришь, наверху лутались? Ну, я видел одного. А, ну ладно, один не страшно. Вот 3-4, как тогда за нами бежали вот эти. Джон Уики вот эти. Ребята там, снаряженные супер-пушками. Да нормально ещё. Да. У нас есть МП-5, нам что бояться-то? А, ну если МП-5, тогда я, конечно, спокоен. Все, вопросов больше нет. Если у нас МП-5, то вопрос... Так, ты прыгать будешь, нет? Будешь. Так, я видел, тут было тело. Надо слушать, понимаешь? Проблема в том, что тут можно послушать. Не, послушать-то можно, да. Звук странно позиционирует. Послушать там... А я здесь был. Я здесь был уже, да. Я здесь, по-моему, нашел себе дробовик и пистолет сразу же с патронами, да. Да-да-да, здесь я был. Вот про этот зеленый дом, тело, я тебе говорю, вот твое тело лежит, я заходил в дом, я там нашел себе штаны. А что ты не взял? Там всякую это... мелочевку, все, ну, понял. Барахло всякое. Так, ну пока тихо, что-то я поднапрягся, блядь. Так, бутылку надо убрать. Совсем тихо, вообще ничего нет. Я сразу не понял, блядь, юмора. У меня патроны есть еще? Да, слава богу. О, бомба! Бомба, бомбаш за какой-то. Блять, зашли на европейский сервак. Куча мала, да. Куча мала людей валяется. Думали, хоть здесь поадекватнее будет как-то. Так, Женек, бежим отсюда, потому что сейчас придут. На контакт не идут. На контакт они явно не идут. Это в этом вся проблема. Тут главное тупо маневр. Я сначала подумал, что это... Это кто? Это кто стреляет? Ты? Нет, я зашел в амбар. Я нашел винтовку себе. Кто-то стрелял со скорпа. Явно по нам очень близко было. Близко, да. Но это был скорп. Так сказал, что... Но это был скорп. Я точно слышал. Но это реально был скорп. Это был скорп. Так, давай с дороги подпалим, что там у нас. Давай попробуем. Блядь, птица, конечно, в тему. Да, тут птички прям щебечут вообще от души. Красиво. Нашел, вон. Да? Нашел, да, нашел. Сейчас, смотри. Я с винтореза, если что, сниму его, может быть. Ух ты, блин. А, все, понял, кого ты имеешь в виду. Он там, все, я понял. Угу. Так, смотри, я слева сейчас зайду. Давай, а я там подпасу его, за бревнами спрячу сейчас. Та-та-та-та-та-та. Он может внутрь зайти, он может с дома нас гасить, поэтому может. Смотри. Осторожно, надо быть. Но он вроде как визуально был залутан, я так посмотрел. Ну, скорее всего, по тебе, да? А, я убил его, все. Нихуя, ты слышал крик? Ну, крик, как... Что это было, блядь? Это в тебя? Я понял.
Иду на помощь. Да, это меня. Все, утай. Я второго вольну. Мразота, а, мелкая. Фух. Смотри, что делают, бегают, стреляют они. Я вам сейчас покажу Кузькину мать. Все, нормально. Все, взял с собой, все, я экипирован. Что тут, чел, хорошо? Укомплектован был, нет? Смотри, я немножко подсел сейчас есть на шухер. Я знаю. Такая движуха, что вообще, даже не знаешь, что сказать. Так, смотри, вот возле меня тело можешь полутать. И того, кто в тебя стрелял. Мне бы куртец какой-нибудь. Того, кто в меня стрелял, я уже посмотрел. Вот куртку бы я взял какую-нибудь, если есть, конечно, куртка. На, держи. Вот курточка. Во, ореготки, так, займайся. Пойду гляну, что по улице. Ой, жесть, надо перезарядиться срочно. Я потому что высадил в него там немножко с пистолета, с дробовичка. То есть а того парняку, которого я убил, ты его лутанул, посмотрел? Да, что-то? Да. Вот мое тело, блин. Вот мое тельце. На пистолет патроны нет. А, какие надо? 9-18? Сейчас скажу. 9-18, да. На, держи. 70 у меня. А, вот. Так смотри, возьми скорб, Жень, смотри. Вот. Скорпион как раз работает, он как раз будет на 9-18. Все. Это так, конечно, это не сравнится с МП-5. Лады, возьму. Но все, ну, все равно. Скорб мне хуже не будет. Пусть будет скорб, потому что у меня есть пистолет, ружье и скорб. А что меня... дробаш? Это же хороший дробовик. А у меня места нет. У меня снайпер, ну как снайперка. У меня получается винтовка, все, пистолет и скорб. Пусть я будет заберу так, потому что... Да, бери. Тебе пригодится тоже. У меня просто все уже напичкано. У меня три оружия. Я укомплектован в хламе. Подожди, а сервак сейчас вырубится? А то я как-то прошляпил. Через 10 минут, но мы успеем же зайти, правильно? Ну, в принципе, да. Тут хорошая местечко такая, видишь, тут пробегают часто. Так это центр, здесь всегда кто-то бегает. Мне патроны надо патрика искать. На что тебе, на что? На что патроны? А, да. Так, 9-19. Что, у тебя там есть? Я тебе все отдал. Понятно, хорошо. Так, из черного лога... 9-18 у меня есть. Из черного лога мы можем пойти в Каменку, посмотреть, как дела там. Давай сгоняем. Каменка так Каменка. Так, вон там машинка. Они часто бегут отсюда, вот с домов, вот с этих вот. Ну, здесь частый респаун. Я так понял, что в основном они здесь появляются. В этом вся засада и беда. Потому что они очень часто здесь появляются. О! Да, сверху на горе. Что, есть кто-то? Куртецк спортивная. Давай, Куртецк. Ты взял уже? Да, у меня есть. Ты же мне дал. Бегу. Потому что у меня как бы нет курточки. А хотелось бы. Во. Вон, там, в сарайчике. Все. Так, там чисто. Блин, там туннель. И там, кстати, могут быть калаши, между прочим. Я помню это все время. Там, смотри, сундук наверху. Сундук не упусти, смотри. Там реально... Надо отбежать. Там реально бывает сундук? Отбежать, да. Я через лощину, потому что там патруль обязательно 4 человека ходит. Давай аккуратно как-то. Ты там, ты с той стороны, я с этой. А 3 минуты у нас есть, нормально. Ну смотри, 3 минуты на зачистку, это же идеально. Там никого нет, смотри. Ну да, Special Forces, как обычно, по классике сейчас. Сейчас и сделаем, вообще красота будет. О, что тут лежит? Что за? 45-30. А 45-30 к чему вообще, кстати? Не знаю, наверное, какая-то вот типа кашки, может, что-то. Я пока никого не вижу. No one gives a fuck. Пока тихо. Они ругаются, там какой-то читер летал, бегал или что-то делал. Бля, лишь бы не на нас. Хотя для контента можно. Ну, жалко МП-5 просто. Ну, редкая винтовка. Может быть, зависит от настройки сервера, кто какое оружие разрешает. Может, от этого как-то зависит, я чувствую. Так, ну, вроде чисто. Сейчас глянем, наверху ящик есть или нет, может быть. Так, что по ящикам? Ящиков нет. Пусто. То есть мы окажемся с тобой в туннеле. Не надо, побежали, да, реально в лес. Потому что в туннеле отреспаунишься, блядь, с патрулем и все. Кстати, да, после рестарта, мне кажется, патруль появится. Поэтому надо на горку забраться и вот на горке здесь сейчас посидеть. Посидеть и в обоих смыслах посидеть. И так посидеть. Вот я возле камушка присяду, вот здесь как раз минутка остается. Вот возле камушка присяду спокойно. Тылы закрыты, все хорошо будет. Вот здесь мне нравится. Ладно, ждем тогда рестарта. Ждут какие-то патчи, ждут какие-то, видишь, уже на игру. Да, смотри, не успело прогрузиться небо. Сейчас еще не прогрузилось. Денежки не зашли. Вот это, блин, по графону что-то напоминает. Не могу понять, что... Far Cry или этот Crysis? Теперь нормально.
Пошли посмотрим. Может, там сундучок отреспаунился, кстати. А, вот, кстати, после рестарта. И патруль, соответственно, тоже. Так что давай-ка. Да ничего страшного. Ты патруль так боишься, как не знаю. Ну, не то, что просто их много. Просто их много. Жень, тактик. Тактико. Тактика. Тактико. Фигактико. Нет, тактика есть, конечно, да, фигактико. По одному отстреливать, только вариант такой сдали, особенно с винтовки, это хорошо очень. Вот это С-85 у меня, оно нормальное такое, ну, в целом подойдет. Ну что, что ты видишь там? Я пока ничего. А что я должен увидеть? Подожди, блин, а я что-то не туда. Стой, а нас ТП что ли? Как, куда? А мы зачем? А, стой, все правильно. Нет, все правильно, вон дорога, где кончается, там туннель. Что я думал, у нас ТП? Не, мы же возле камня очутились, как? Ничего-ничего такого. Ладно. Подобного. Скорб, говоришь, да? Ну, ладно. Ну, он очень странный. Он бывает нормально стреляет, бывает нет. Ну, это, мне кажется, от пинга зависит. Вот опять же все-таки. То есть от этого как-то зависимость такая. Пингозависимая фигня. Так, это дорога. Тоннельчик. Тоннельчик. Да, там кто-то есть. Ну, естественно. Вон потом. Так вынесем сейчас. У тебя уже оптика есть, что париться-то? Как оптика? Ну, она такая, да. А, мы не в банде, Женек. Как с Алексом. В банде я тебя вижу. Нет, а я не вижу. Кинь еще раз. Вовсе теперь вижу. Так, он уходит от на. О, рация. Вот теперь будем слышать их. Вот, теперь хоть кого-то. О, вон, вижу. Ага, кто-то идет там в конце тоннеля. Да, сейчас. Чекни ящик наверху есть. Давай сейчас сгоняю. Давай. Пока он все равно далеко. Он один или сколько их там? Один человек. А это человек или все-таки бот? Вот, это бот. Ну, я его образно. Пусто. Погнали тогда. Нет, лут, видимо, резается как-то по своему там усмотрению. То есть явно не после рестарта, я чувствую, да? Если оптика есть, попробуй убей его отсюда. Ну, не то чтобы оптика, но, блин, он далеко. Это очень далеко. Это капец как далеко. У меня как маленькая полосочка такая. Сейчас попробую. Не, всё, ничего. Убил. Все. Положил, ага. Но это одного только, там второй вон. Второй убежал. Что такое, ты попал под шквальный? Нет, пытаюсь. Все, я убил обоих. Все, обоих убил? Мне кажется, да. Ну ладно. Сейчас но учти, сзади, попали сзади, да, потому да, что да, могут да. прийти гости. На шум могут сбежаться, как мухи на варенье. Я пока не понимаю баллистику, честно сказать. О, что-то лежит. Ну, баллистика здесь, по-моему, особо физики с этим нет. То есть она, знаешь, такая более упрощенная, что ли. Вояки или обычные бомжи? Да, вояки, куртку. Смотри, охотничья курточка вмещает 4 слота у него, между прочим. Надо забрать курточку, кстати, да? Я возьму. О, что за винтовка С-85. Так, что я там выбросил-то? Я что-то так, это надо, это заберем. Так, что есть? У него куртка была, больше ничего. Дробовик есть. А, дробовик я. Спортивная куртка, содержание предметов 2, 2 водичка, водичка есть, это хорошо, 9.18. Это мои патроны, это 5.56. О, маску надевай, кстати. Маску надену. Куртяк у него неплохой. Ишь, пыжная маска. Что у него там есть? Сигареты, патроны, 12.70. Это я, пожалуй, себе возьму, мне пригодятся, чувствую. Ну, у меня там есть еще немножко 12.70. А там может быть вообще наверху этот... Да, бывает, но сейчас нет. Места нет, капец, вот столько лута. О, что-то есть, ничего... тут что-то валяется. Скорб и патроны, кстати. О, нормально. Что тебе дать? Мне надо куртку какую-нибудь хорошую, потому что у меня места нет, я себе ничего взять возьми не могу. Тряпки и возьми веревку, можешь сделать себе сумку. Веревка у меня была, я выкинул веревку, вот, к сожалению. Так. Тот стрелял недалеко. Какой-то звук я слышал, кто-то стрелял только что. А, вон, ВСД, видишь? Spirit of Kill убивает. Угу. Ага. Так, значит, тебе не нужен, да, больше этот? О, если веревку найдешь, хорошо бы. У меня веревки не хватает. Вот веревку я бы нашел. А веревка в домах бывает. Вот-вот-вот, я зря выкинул. Я же не думал, что она прям пригодится мне. О. А что-то надо, веревка и что еще? Веревка и тряпки 4, по-моему. Блин, у меня 2 тряпки, все равно я бы сейчас ничего сделать не смог. Так раздели бы кого-то. Так, тут что у нас интересного? Ищем. Солнечная рядом. Фонарь есть, хочешь, фонарь возьми. Да нахер. Это что за патроны? Патроны какие-то нашел. 7.62-42 надо? Ну ладно. Так, куда мы бежим? Давай налево. Давай в янтарь, что ли, опять? А, не, давай в солнечный лучше. А, все-таки хочешь солнечный. А что, янтарь не нравится? Не знаю, что-то как-то не то. Сыкотно. Да нет, в принципе, чего.
Там просто эти коттеджи странные, где пасти любят. Да, ну пошли, пошли, пошли. Жертв ждать наивных, которые бегут залутаться. Ну, может, найдем веревки. Давай, я сейчас опять, я пойду слева, а ты давай справа тогда, чтобы это по дороге не маячить, а то капец сейчас будет опять. Нет, здесь звуки хорошо сделаны. Вот животные, птички, вот дятел там тук-тук-тук-тук, вот это стучит. Ну нахер нам эти птички с дятлами, блядь? Нам нужно, чтобы людей слышно было. Я имею в виду, что атмосферно очень, да. Людей слышно не очень, а вот птичек хорошо слышно. Эмбиент. Да, птички с дятлами нормально. А, ты туда прям бежишь? Я, да, я слева, а ты справа. Я просто... Чё-то я сомневаюсь, что это дорога. А чё? Ты уверен, что янтарь? Там же коттеджи, коттеджи, да, в янтарь бежим уже с тобой. Классический янтарь, это лагерь, лагерь. Слушай, а мне бы поесть что-то, у меня воды мало. Попить. Так, у меня была газировка, я одну выпил, у меня 40 тоже было. Я, кстати, у этих, у бродяг нашел водичку. Бродяг, водичка. В янтаре сейчас точно будет вода, потому что лагерь же заброшен. Где ты, помнишь, в мусорке сидел? А, это там ты, Миша. Это янтарь, да, где ты в мусорке сидел, это янтарь. Есть что по дороге? Патруль видно какой-нибудь, нет? Не, не слышно. Может, часто они... А, у тебя же рации, все-все-все. Да я прям что-то думаю, как так сейчас? А рация вещь полезная все-таки. Очень. Жень, мы с тобой через жопу бежим. Почему? Нормально? Дорога нормально в янтарь ведет вон справа. Ну, правильно, мы с тобой же оббегаем, мы что-то как-то, да, немножко съехали. Я по проселочной, получается, побежал. Вокруг, ну, то есть... 70. Вот я уже здесь, ага. Вот коттеджики. И вот тебя вижу. Так, еду так. Нужно поискать. Еду сейчас найдем, никуда она не денется. Сейчас поищем. Я какой-то шум рации слышал, может, тело тут... О, газировка. Что, серьезно? Угу. Шум был? Что-то где-то шумнуло так. Плохо. Нет, он... Нет, там по-другому шумит. Не... Да, я знаю, как патруль шумит. Ну да, просто... Так, тряпки. Видишь, одежду рви сразу. Когда они сделают этот, чтобы броня действовала? Она, по-моему, бессмысленная сейчас. Вот насколько я понял. Вот насколько я понял, что писали люди. То есть броня сейчас бессмысленная вообще. То есть она не работает. Когда они введут вот эти вот броники, чтобы влияли шлем, вот мотошлем потом. Что там еще у нас есть? Всякие балаклавы, вот эта дичь. Хрен его знает. Вообще, будут ли они что-то обновлять, понимаешь, не факт. Люди пишут, что ждут ну, чудес каких-то. Кто-то ждет 16-ю серию Сталкера. Да. Кто-то да, ждет, да. Там, не знаю, Майнкрафт втроем поиграть. Кто-то ждет еще что-то. То есть ждунов в мире много. У меня Крайзис ждут. Скоро ремастер выйдет, как раз надо пройти будет. Че, серьезно, что ли? Да. А че его ремастерит? Он до сих пор вешает любой ПК этот Крайзис первый. Согласен. Че там ремастерить? О, вот теперь точно где-то этот отряд. Почему? Потому что очень шумит, и это я точно знаю, что где-то... Блинский. Осторожно, Жень. Если что, можем вынести. Я топор нашел, кстати. Надо вот топор? Надо. Да? Зачем тебе топор? Так, сейчас скажу, где они. Тут давай. Их не видно, не вижу я просто пока. Я сейчас вот на дорогу выглядываю, пока никого нет. То есть... Точно был шум. Точно. Я же знаю, сколько мы уже играли. Может быть, это один человек, но не отряд? О, вот, я же говорю, вот. Где? Я охуел, что ли, ублюдок, блядь. А, это бот был? Нихера себе в него выстрелил. Че, бот? Да, наверное, да. А я на помощь уже бегу, а то думаю, что такое, что происходит. Ну, не показалось же, что я тело, хотя я думал, это чувак. Не-не-не, тихо, тишина. О, нычка. Бери. Слушай, кучу еды нашел, но у меня места нет, иди возьми, ё-моё. Еще шум где-то. Мосин надо брать, Мосина? Мосин хороший, вот это оптика топовая. Сейчас возьму. Кто-то бежит сюда. Я. Фу, возьми, здесь много всего интересного. Так. Куртка. Так. Куртка. О, я сейчас, знаешь, что скрафчу? Я сейчас этот медицину сделаю, эти тряпки со спиртом. Так, надо похавать. Так, мне тоже оставишь одну баночку. Угу. О, кто-то бежит. Где? Да, слышу. Звук был... Слышу. Звук был. Слышу, да. Ага. Давай крафт уже, ёка. Блядь, вон, долго. Вон, смотри, идет сюда. У меня крафтится, сейчас. Ай, дэмит. Все, убил. Все, положили. Да, положили. Еще о, кто-то. Нет, не положили. Я бегу сейчас. Жди, сейчас иду.
Придержи его. Все, убил. Все, положили, положили, ага. Я так и думал. Бля, тут их двое, нихера. Еще один есть где-то, по-моему. Это бегает, да, по-моему. Надо срочно делать бинты. Сейчас давай. Я сделаю быстрее. Я выбросил там бинты. Алкоголь, можно да-да-да, сделать? Да-да-да, вот делаю. У меня просто самогон уже был. У меня был самогон. Ох ты ж, ёкаленая. Так. Вот такой вот он экшен. Слушай, я могу еще тряпок наделать. Сейчас порвать. Сейчас. Здесь же валялись эти куртки, куча курток. Все, берем тряпочки. Ага. Предмет можно только забрать, у меня пишется. Выбросить нельзя. Вот это класс, конечно. Почему часы? Нельзя? Бабло, 200 рублей у него есть. Нормально. Ага, идем. Так, сколько чего тряпок надо? Ну, ты сюда приди, отсюда выкини, у меня места просто не хватает, я не могу. А. У меня места не хватает, к сожалению, да. У меня нет куртки, мне... Вот, надо сделать... А, нет, веревки нет. Ничего мы не сделаем, короче. Так, у меня есть 10 тряпок, значит, сейчас делаем медицина. Да, давай. Быстренько мы сейчас обернемся. А быстро, кстати, раньше дольше делалось. По-моему, здесь... Тебе сколько хп у тебя? Сколько тебе дать тряпок? У меня 62. У меня есть, я тряпки вот спиртовые уже на себя накладываю. Сейчас водку возьму. Все, водочку взял. Нормально. Я подумал, понимаешь, вот эти боты, которые вот так ходят, я думал, это люди. То есть я думал, это реально чел. Они прикольные, они, кстати, здесь неплохо соображают. То есть такие активненькие. Сейчас забинтуемся, пойдем дальше. Мосин забери обязательно. Выброси С-85. Мосин я уже взял Мосина. Мосин вещь полезная. О, так, сейчас посмотрим, какие патроны. 7,62. А у меня нет патронов на Мосин. Класс. 7,62? У меня есть. А какой дальше? 25 в конце? Сейчас скажу. 54R. 7, 6... вот они в ящике лежат. Все, все. А, я есть, нормально? Взял. 7,62,39, 7,62,25. 45. Угу. Или 54. Ну, в общем, взял. Ой. Все. Ох, ёлки-палки. Я сам очканул, блядь. Это специально, чтобы разбавить атмосферу. Сейчас я поем. Давай. Надеюсь, блядь, не помру нахер. Надеюсь, что нет. Так, что тут еще в коробке в этой есть? Все, поели, сигареты попили. Сигареты только и все. Но все можно выползать из этого. Так, что там за паттерс? Ты какие-то выкинул, я смотрю. Да, да, это у меня 55-56, по-моему, я выкинул. Сигареты я не буду брать. А, куртки. Ой, у меня эти патроны. Куртки рвать нужны. Тоже не будем, пока не надо, да? 9-18. А, слушай, Скорп использует вместе с Ижем одинаковые опять патроны. Опять эти челики тут. Ну все, сейчас. Блять. И где они? Не знаю, рация запищала. Сейчас будем воевать, значит. Наше любимое место — янтарь. Жопный этот янтарь. Ты все залутал, да, у них? Угу. Ну, стали, что смог взять. Все деловые ходят тут, а? Мне кажется, они там где-то. С там другой стороны, думаешь? Трупаки там. Ну, смотри, в принципе, этот дом можно лутануть. Угу. Смотри, что тут. Так, давай ты в тот, и я в соседний давай тогда. Давай. Вот в этот развалюху. Вдруг там будет веревка, вот веревку мне очень надо сейчас. Опять шумит? Ага, все, понял. Где-то сейчас. Рядом. На стриме. Сейчас. Шумит, да? Блин, у меня рации нет. Вот рацию бы я нашел, вообще бы не отказался от рации сейчас. Вон он. Ткань возьму. Лично. Блять, там человек 10, слышь? Там человек 10, Жень. Серьезно? Я первый раз вижу столько народа, блядь. Что за Саня? С какой стороны? Ёбаный свет. Справа по дороге. Женек, это пиздец. Справа по дороге я никого посмотри, не вижу. Посмотри, там отряд, блядь, человек 10, нахуй. Я не вижу. Женя, вон по дороге главный. Я в соседнем доме, у меня никого нет. Ну выгляни на улицу, на дорогу, выгляну. Посмотри. А, на дорогу, сейчас иду. Посмотри, сколько их там. Ты я не столько видел? Че ты меня пугаешь? Ну-ка, я не пугаю тебя, посмотри. Не прозрею. Ах, ёкало мене. Ты вообще в порядке, блядь? Такое видел когда-нибудь? Я за дом, это капец. Я за углом дома тоже, да. Да, вот. Слушай, воен, они 10, ведут, да? Конвой, смотри. Военный идет. О-о-о. Потом они кого-то ведут. Вон чел, смотри. Нихера себе, они с калашами, блядь. Хочешь повоевать с ними немножко, не? Сейчас они отойдут, смотри, можно для попробовать. Для первой серии можно экшен сделать, да. Или для второй давай оставим. Давай для второй лучше. Давай для ладно, второй ребят, мы искать, пока давай, прощаемся. Сделаем, да. А в следующей серии мы попробуем что-нибудь с ними сделать. Все, пока-пока. Все, пока.